Скажите, пожалуйста, как давно вы здесь стоите? Ну, я сюда пришел около 2 часов дня. Угу. Сначала стоял 4 часа в очереди, даже больше. Мы 5 записались. А, нет, не больше. 3 часа, вот получается, 3 часа. Отстоял в очереди на то, чтобы записаться в другую очередь на вход, чтобы номер получить персональный. Ну да. И вот начиная с 5 часов стою, жду вот на текущий момент. Ну, сегодня успеете, как считаете? Должны успеть? Если до 10 часов, то успеем. До 10 часов все это? Да. Ага. Скажите, на какие соревнования едете? Соревнования мужчины лыжные 15 километров. Ага. Это тот билет, который я сейчас взял. Ну и что-нибудь еще хоккей однозначно. На месте, да, будете, да, приобретать? Да, и сноуборд. Понял. На месте или завтра, сейчас главное зарегистрироваться. А билеты уже взяли, да? Билеты уже взял. А на какой день? На 14 число. Все понятно. Но вы здесь безостановочно стоите, не отходили, да? То нет. Потому что номера вызывают, вдруг кто-то не придет. А как люди себя ведут? Сдержанно или все нервничают? Сейчас сдержанно. Вчера вечером нервничали. Вчера вечером мы отстояли 3,5 часа, угу, с 5 часов до 8:30. И уже, ну, уже... С 5 до 8:30 до вечера. И люди не получили билеты. Стоят сейчас снова по очереди. Понятно, понятно. Ну что, удачи вам желаю. Спасибо, спасибо большое.